На ужин в галерею. Живопись в ресторане – тренд, остающийся модным во всем мире уже несколько десятков лет. А вот в Новом Уренгое есть пока только одно заведение, где умело сочетают пищу духовную и телесную. Тема интересная, скажем так, необычная. В Уренгое это еще, ну, насколько я в курсе, такого еще не было. То есть решили попробовать, и, ну, достаточно много, да, обратной связи получили от наших гостей. Смотря на предмет, художник видит его определенные свойства, и эти свойства очень напоминают видение ребенка, который видит предмет первый раз в жизни и не знает, что это такое. Художница Марина Елагина сегодня отвечает за культурную программу. На стенах ее любимые картины. Рассказывает и об истории их создания, и о своем творческом пути. Тут и смысл больше раскрывается, когда ты видишь автора вживую. Ну и вообще приятно все-таки провести вечер с человеком, который может говорить об искусстве. Я знаю, что 3 недели подряд в этом ресторане будут представлены 3 разных художника. Я думаю, что нашим новоуренгойцам будет очень интересно попробовать не только необычные блюда, но и немного наполниться искусством, культурой, стать немного ближе к прекрасному. Свежие тренды приходят в Новый Уренгой благодаря осознанным предпринимателям. Андрей Прозоров из таких. Помогает развиваться родному городу, а город отвечает взаимностью. Этот ресторан открылся в том числе благодаря микрозайму в 2 миллиона от фонда «Мой бизнес» и субсидии в 1 миллион от местной администрации. Это идет субсидия на возмещение затрат, понесенных уже. То есть то, что приобреталось оборудование, инвентарь весь. За последний год только в газовой столице 37 предпринимателей получили гранты и субсидии на общую сумму 27,5 миллионов рублей. В этом году реализовано более 100 инвестпроектов на сумму более миллиарда. Открыто более 140 точек общественно-потребительского рынка, вернее сказать. В малом и среднем бизнесе занята почти четверть экономически активного населения Ямала. За год в регионе зарегистрировали почти 800 новых предприятий. Порядка 500 бизнесменов воспользовались поддержкой окружного центра «Мой бизнес». Людмила Невская, Роман Чернов, Татьяна Демьянова. Время Ямала.